Виктор Кораблев – человек удивительный. Сфера его интересов многогранна. Он увлекается историей, краеведением, но особое место в его сердце занимает фотография. Виктор Вениаминович уже более 50 лет не расстается с фотоаппаратом. И экспозиция, которая расположилась в стенах Брестской областной научно-технической библиотеки, «Природа в объективе» является результатом его многолетнего и кропотливого труда. Природа неподражаемая и неповторимая. Во-вторых, она самая красивая, что есть. Поэтому и снимаем. С людьми гораздо сложнее, потому что там своих заморочек выше крыши. А это же бессловесное создание. Пожалуйста, подошел, уловил момент, значит, снимок получился. А с людьми так не получится. Каждый снимок Виктора Кораблева уникален, передает неповторимость момента, который автору получилось поймать в объективе своей фотокамеры и запечатлеть. Через представленные работы фотохудожник попытался показать красоту нашей природы и побудить людей задуматься, что мы можем сделать для природы и что мы оставим будущим поколениям. И мы думаем, что у Виктора Вениаминовича это бесспорно получилось. Выставка вызвала глубокое удивление и, я бы сказала, уважение к этому человеку. Потому что все то, что мы порой в этой жизни не замечаем, маленькие мушки, пчелки, жучки, стрекозы, представлено в таком виде, что это просто произведение искусства. Удивляешься подбору фона, цвета. Как сказал Виктор Вениаминович, когда открывал свою выставку, кто-то из посетителей удивился, неужели муха такая мохнатая? То есть вот умение разглядеть что-то красивое в незаметном, в малом, это дорогого стоит. Выставка «Природа в объективе» будет работать до 13 июля. У брещан есть возможность познакомиться с невероятной красоты кадрами, а также окунуться в то самое время и место, когда и где был сделан снимок. Ведь, казалось бы, одним нажатием на кнопку фотоаппарата можно получить такой шедевр. Выставка, конечно, замечательная. На выставке у нас представлено около 200 снимков. Они живые, яркие, красочные. И каждый снимок уникален. Он поражает своей детализацией. И каждый снимок говорит о том, что наша природа совершенна. Известный писатель Виталий Бианки сказал, что человек может развиваться только в контексте с природой. Поэтому мы говорим, наслаждайтесь и берегите природу, замечайте ее красоту. А наша библиотека станет надежным информационным партнером в реализации национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.